Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовлю очень вкусный, интересный салат, который готовится буквально за 5 минут. На самом деле готовится быстро. И этот салат подойдет вот если нет совсем времени, но праздник или гости уже на пороге. Начинаем готовить. Поехали! Нам понадобится одна морковка, терка и натираем через крупную терку. Морковь у меня сырая, не вареная. Именно сырая. Использую сырую морковку. Отправляем морковь в миску. Также понадобится один огурчик. Нарезаем соломкой. Огурец также отправляем в салатницу. Нам понадобится 3 яйца куриных отварных крутую. Варю их по 8 минут. Разрезаем также соломкой. Отправляем в салатницу. Обязательно возьмите вкусный сыр. У меня чеддер. Мне очень нравится сыр чеддер. Натираем через крупную терку. Сыр также отправляем в салатницу. Нужно слегка присолить, так как морковка, огурец, яйцо сладкие. Той соли, которая есть в сыре, по моему вкусу, мне не хватает соли. Я добавляю соль и слегка черного перца. На любителя можно добавить еще зубчик чеснока для более яркого вкуса. Также понадобится 2-3 столовые ложки сметаны. И хорошенечко перемешиваем. Оформляем салат. Взял блюдо, кольцо. Хорошенечко уплотняем. Украшаем долькой лимона. Вот таким вот образом. Ну что, друзья, давайте попробуем, что у нас получилось. Очень интересный, яркий вкус морковки, сыра с добавлением огурца, яйца, друзья. Это просто бомба. Вкус шикарен. Я уверен, что вашим гостям понравится. Обязательно готовьте к любому праздничному столу такой салатик. Я уверен, что вам понравится. Друзья, я с вами прощаюсь до следующего видео. Не забываем подписываться, кто не подписался. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. И не забываем комментировать и делиться с друзьями.